Привет всем! Сегодня я хочу показать, как сделать простую переноску из сгоревшего старого пылесоса. Он сгорел, вот пружина здесь стоит полностью. Ну и вот тут прилично довольно-таки метра 4 или 5 ли прикручивается обычная розетка вот сюда саморезами прямо к этому корпусу. Вот и все. Она тут поворачивается, вертится. Свободно, там пружина стоит, потому что с той стороны. Вот, осталось поставить крышечку. И все, переноска полностью готова. Все, крышечка полностью прикручена. И вот готова переноска полностью. Вот, так она выглядит. Ничего сложного нет, очень быстро делается. Зачем выкидывать пылесос полностью с проводом, когда можно его куда-то еще использовать. Также можно сделать какой-нибудь корпус под него. Ну, небольшой такой из фанеры или из подходящей пластмассовой коробки, и он уже будет как в пылесосе. Также копия сматываться, разматываться, потому что здесь пружина установлена. Так что делайте, не выбрасывайте лишний раз провода. Все это может пригодиться. Так что на этом все. Всем пока и до новых встреч.